Доброе утро. Я вам обещал, что я к вам приеду. Очень хорошо. Мы рады. Вот я к вам приеду. А мы не нарядные. Ничего страшного. Вчера на приеме вы были. Юрий Поляков на улице Тургенева, в селе Супсех. Его встречают местные жители. Днем ранее они побывали на приеме у главы. Марина Козлова, Ирина Барабас и Ольга Смирнова живут на улице Лазурной. Выехать из дома и вернуться они могут по Львовскому проезду. Только уклон у него градусов 45. Зимой на машине не подняться. Улица Тургенева идет вверх под углом порядка 20 градусов. Но проехать по ней можно разве что на внедорожнике. Там не ездить нельзя. Ни пройти, ни проехать. Там особенно вот когда... После дождя на машине не выехать. Сверху съезжаешь на машине, едешь, вот, все, тебя носит. Кроме того, эта дорога ведет к ближайшей автобусной остановке. Некоторые в дождь надевают бахилы. При этом улица Тургенева одна из старейших. Юрий Поляков отметил, что Супсех развивается очень динамично. И пока на этой улице активно ведется строительство, класть асфальт неразумно. Большегрузная техника просто его уничтожит. Однако ремонт дороги нужен, и он будет. Вопрос с освещением также решат. Заявку мы дадим, фонарку повесим на перекрестках вам. Пусть горит. Какой смысл делать дорогу, если завтра начнется стройка здесь? И убьют. Ну а пусть строят. Когда застроят, тогда и сделают. Ну мы не говорим об асфальте. Ну хотя бы какой-то... Просто, ну, хотя бы... Ну гравий, загредируем, гравий опросыпем. По словам жителей, после того, как улицу приведут в порядок, они обратятся в сельскую администрацию, чтобы застройщиков обязывали восстанавливать дорожное покрытие. Александр Ребека, Анапа регион.